Радость никогда не должна сходить с лица ребенка. И все же больница – это место, где можно услышать радостный смех только от тех, кто навсегда покидает ее стены. Но переступить порог с улыбкой победителя удается не каждому. Некоторым приходится оставаться здесь по несколько месяцев, проходя мучительные курсы лечения и принимая невообразимое количество медикаментов. Рак – это враг, на которого не всегда действует сила. Это враг, который подкрадывается незаметно и подло, отравляя самое святое, что есть на земле – детскую жизнь. Саше Сукеникову сейчас только 3 года, а он уже стал мишенью этого чудовищного заболевания. Уже более года он и его семья изо всех сил пытаются побороть тот страшный диагноз, который поставили маленькому Саше – нейробластома 4-й стадии. С ребенком удобно. Он, тут благодаря, наверное, потому что родители с ним занимаются. То есть он нормально осознает, что ему нужно сделать какую-то процедуру. То есть он обижается, конечно, нельзя маленького ребенку делать больно и так, чтобы он на это не реагировал негативно. Но в целом он такой очень отходчивый и добрый. Он может там сидеть и полдня ждать доктора, чтобы дать ему шоколад, сказать: вот, доктор, я даю шоколад. То есть он такой очень спокойный ребенок, и у нас с ним очень дружеские отношения. На протяжении нескольких месяцев семья Сукениковых не покидает стены Киевской областной клинической больницы. Но Саша прекрасно помнит, что такое дом, и что там его ждет маленькая сестренка, которой он просто обязан вернуться. Ведь он старший брат, а значит, должен заботиться о ней. Любишь свою сестренку? Да. Очень любишь. А дерешься с ней? Да. А чё деретесь с сестренкой? Как она меня тоже вот так... Да. А я потом... А я вот так думал, тут даю мужчину, а мать меня тот. Саша уже перенес одну операцию по удалению злокачественной опухоли. Эту операцию ему делали здесь, в Киеве, но сейчас состояние ребенка ухудшилось, и ему требуется повторная операция и интенсивный курс терапии, который можно осуществить только за рубежом. Бонн нам выставил все-таки сумму более-менее адекватную по сравнению с Грайсвальдом. То есть это 240 тысяч, но сюда входит и оперативное вмешательство, и... трансплантация костного мозга. Отправиться на лечение в Германию нужно в кратчайшие сроки, сразу же по окончанию терапии здесь, в отделении. Для нейробластомы очень важно соблюсти сроки, не растягивать период от начала терапии, не делать там больших перерывов, потому что если такие перерывы случаются, то это всегда негативно сказывается на прогнозе, и развитии заболевания. Родители стараются изо всех сил поддержать сына. Они говорят ему, что он должен побороть злого колобка внутри себя, и тогда он сможет снова вернуться домой. А потом куда ты поедешь? В Германию, вырежу колобок, и поеду домой. Вырежешь колобка в Германии, да? Да. А потом поедешь домой? Да. К Маше? И пусть дети улыбаются даже тогда, когда им плохо. Они продолжают радоваться жизни и мечтать, несмотря ни на что. Как Саша, которому очень нужна ваша помощь.